Друзья, многие из вас привыкли к тому, что звезды шоу-бизнеса всегда выглядят безукоризненно в любых жизненных ситуациях. Но сегодня известный светский фотограф Владимир Широков приоткрывает завесы тайны и показывает то, что обычно остается по ту сторону объектива. Широков – друг с большой буквы «Д», человек с большой буквы «Ч». В каждой фотографии есть эмоция неподдельная. Это очень круто. Он фотографирует часто и звезд, но при этом у него фотографии наполнены смыслом. Он просит жить, он просит действительно на эти фотографии жить. Памятники надо ставить при жизни. Вот это живой памятник. Владимиру нужно делать сольную карьеру певца. Я сделал вывод. Я больше не хочу снимать этот проект.